самого утра ребятишек развлекают профессиональные аниматоры. Мультипликационные герои веселят малышей забавными играми и энергичными танцами. В шоу включаются дети разных возрастов. На соседней площадке с юными гостями праздника работают фокусники. Они показывают детям чудеса из разряда безопасной химии. Я закрываю просто, а ты должен эту дырку пальцем или ладошкой крепко-крепко засунуть. Для юных любителей спокойного отдыха предусмотрен уголок прикладного мастерства. Здесь рисуют не акварелью, а цветным песком. Я пришла с дочерью и внуком. Очень весело, и игры для детей веселые. Песочек, вот, очень нравится творчество ребенку. Все дети могли попробовать себя в роли экскаваторщиков. У Владислава Врабия, несмотря на возраст, разгребать уголь получается очень хорошо. Теперь мальчик мечтает сесть за рычаги настоящей техники. Я бы хотела экскаваторщиком стать, потому что можно копать, все такое, работать, деньги получать. Среди юных участников праздника много гостей из соседних населенных пунктов. Софья Гингина приехала в Шахтерск из Углегорска с мамой и подругой. Для них такие праздничные вылазки уже традиция. Мне интересно вообще тут все происходящее. Мне интересно играть в игры, потому что в Углегорске праздники не такие, потому что он маленький. И какой же праздник без аквагрима? Причудливые завитки, лисички, зайчики и феи красовались практически на всех детских лицах. Все бесплатно. У нас есть альбомы, дети выбирают себе картинку, нам приходят, и мы рисуем по этой картинке сразу. Ну, всякие узоры, бабочки, кошечки, у мальчиков Человек-паук. Кроме этого, и для детей, и для взрослых работали живые статуи. С ними можно было сфотографироваться или просто пообниматься всем желающим. Артем Кан, Александра Накипова, Максим Махин, телекомпания ОТВ.